Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня четверг, 11 января. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Анастасия Исаева. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Сугробы на обочинах, гололедица на остановках и открытые люки. Готовы ли бийчане сказать спасибо городским службам? Других накормили, а сами остались голодными. Сотрудники одного из городских кафе не могут добиться выплаты заработной платы. Слово могут убить, а могут и оправдать. Акулы-пера отмечают свой профессиональный праздник. Убрали снег, а вместе с ним и люк. В прошлом выпуске программы «Будни» мы рассказывали о ловушке на тротуаре в районе АБ. Открытый колодец даже не был огражден. После нашего обращения в единую диспетчерскую проблему устранили. Оказывается, вход под землю открыли дорожники, причем сами этого не подозревая. Напомним, что в начале недели сотрудники Бийской медиагруппы наткнулись на открытый люк. Колодец находится на тротуаре в оживленном районе города, напротив теплиц, около новостроек, рядом с детским садом. При этом опасный объект даже не был огражден. По счастливой случайности никто не пострадал. Наша редакция накануне обратилась в единую дежурно-диспетчерскую службу. Сотрудники тут же сообщили об открытом люке в соответствующей инстанции. Оказывается, крышку люка сняли дорожные службы, не специально, в ходе уборки городских улиц. Однако почти сутки жителей АБ подстерегала ловушка. Отметим, что каждый год неоднократно за зиму происходят подобные случаи. Люк засыпан снегом. Идет трактор с лопатой, сдвигает снег. Вместе со снегом сдвигает наш люк. Возле каждого колодца человечка не поставишь. Обозначить их тоже никак нельзя, сами понимаете. Ну, не поставишь стойку на крышку люка. Вот. Поэтому, ну как, это рабочая ситуация. Я тут никаких больших проблем не вижу. Учимся правильно падать или спасут только ледоходы. Сугробы на обочинах, колеи на дорогах и гололедица на остановках. С этими проблемами сталкиваются бийчане каждую зиму. Однако на этот раз зима малоснежная, и потому вывозят снег дорожники по большому счету вовремя. Однако это не избавило горожан от прикатанных остановок. Укатанные шинами, обледеневшие остановочные карманы. Не каждый каток или хоккейная коробка может похвастать таким ледовым покрытием. А вот сесть в автобус и не попасть в больницу зимой для бийчан становится проблематично. Колеса скользят, автобусы заносят. И это при условии, что, по словам чиновников, дороги и остановки постоянно посыпают песко-соляной смесью. Противогололедный материал хранится прямо у остановочных павильонов. Сегодня с повышением температуры воздуха ситуация начала исправляться. То, что касается уборки городских улиц, на сегодня температуры повысились. Техника может работать уже в полную силу. Поэтому там, где с улиц вывозился снег, завершайте работы по чистку и продолжайте уборку на городских улицах. Там, где есть наледь, соответственно, гредируйте, сбивайте, посыпайте песко-солярной смесью. Сегодня, 11 января, весь мир отмечает День спасибо. А каким городским службам бийчане готовы сказать слова благодарности? Честно, никому. А почему? Потому что так работает. Вы знаете, я затрудняюсь даже, кому можно сказать спасибо. Цены такие высокие сейчас, после Нового года. Которые мусор убирают с кварталов, им точно спасибо. Из коммунальных никому. Ой, по-моему, никому. Ну, потому что, во-первых, у нас коммуналка ужасно дорогая. Вот последний раз мы заплатили за квартиру 5 тысяч. Ну, куда это годится-то? За двушку 6 тысяч сразу платить. Это за декабрь месяц. Вот кому я должен спасибо говорить, скажите мне? Ну, кому? Спасибо я могу сказать, но спасибо в кавычках только. Чистому городу спасибо. Никому. Всегда тепло в квартирах, даже жарко. Что еще? С водой тоже хорошо, горячая вода всегда у нас бывает бесперебойно. Кипяток. Так что вот этим службам можно сказать спасибо. Затрудняюсь ответить. Я не буду спасибо говорить. Не считаю нужным и не вижу за что. Коммунальных служб. А что у нас служба есть? УДН большой, или СОИ сейчас называется. Поэтому кому сказать спасибо? Никому. Ну, нашему ЖКО, РШ6,
спасибо. Ну, они хоть ничего не делают, но все равно спасибо. Никому. Ну, потому что... В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Других накормили, а сами остались голодными. Сотрудники одного из городских кафе не могут добиться выплаты заработной платы. Словом могут убить, а могут и оправдать. Акулы-пера отмечают свой профессиональный праздник. Вы в поисках места для семинара, тренинга, совещания или мастер-класса? Бийская медиагруппа предлагает вам новую площадку для проведения деловых мероприятий. Вместимость до 40 человек. Профессиональное оборудование. Зона для кофе-брейка. Звоните прямо сейчас. 31 31 15. Отличный подарок к Новому году. Бийский рабочий. Подпиши родителей. В Бийске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан молодой человек. Во время обысков в его квартире было обнаружено почти полкилограмма марихуаны. Коноплю, как пояснил бийчанин, он собирал возле своего дома. Распространением не занимался. Наркотическое вещество использовал в собственных целях. Ну, ее готовили. Нет, для себя, для сбыта. Для себя химку. Для личного употребления, да? А где нарвали? Так, в окрестности. По улице. Экспертиза показала, что в изъятом черном пакете находится марихуана. Общий вес наркотика составляет 468 граммов. По данному факту возбудили уголовное дело по 228 статье. Кроме того, подозреваемый сознался, что коноплю он не только рвал возле своего дома, но и выращивал на подоконнике. Для этого он соорудил специальный ящик и создал все необходимые условия. За культивацию тоже предусмотрена уголовная ответственность. В настоящее время решаются вопросы принятия процессуального решения по факту культивации. Сорвал семечки в целях интереса. Пришел попробовать вырастить коноплю своим. Для какой цели? С целью, чтобы скурить, собственно. Ну, для себя также вырастить, чтобы покурить. С целью собственного употребления, правильно? Да. Сегодня в Бийском городском суде состоялись первые слушания по делу краеведческого музея о наложении штрафа за неправильное хранение оружия. Добавим, что сейчас все оружейные экспонаты спрятаны. Их посмотреть никак не удастся никому из посетителей. Заседание, назначено на сегодня, длилось недолго. Судья выслушал мнение сторон, и на этом все закончилось. Следующее заседание, на котором, скорее всего, будет принято окончательное решение, состоится 31 января. Напомним, что во время очередной проверки Бийского краеведческого музея ревизоры Росгвардии выдали предписание убрать из экспозиции все оружие, холодное и огнестрельное. Вопросы возникли к хранению, хотя полгода назад никаких претензий не было. В итоге учреждение штрафовали на 50 тысяч рублей. Что для музея существенная сумма. В настоящее время это решение оспаривается в суде. Непонятная ситуация, непонятные вообще вот эти замечания, которые были перечислены, очень много, которые и к нам не относились. Других накормили, а сами остались голодными. Сотрудники одного из городских кафе не могут добиться выплаты заработной платы. Летом этого года на центральной улице города открылась очередная точка общепита. Проблемы на новой кухне оказались старыми. Нерадивые предприниматели готовы нарушать закон ради максимальной прибыли. Какие еще тайны скрывает одна из общественных кухонь города, теперь знает Евгения Ежутова. Пойдемте, я вам покажу. Что у меня в холодильнике? Надежда Евдокимова больше 20 лет проработала в общепите. Но настолько пустой холодильник даже опытного кухонного работника сбивает с толку. Соление, варенье, полторы луковицы, полкило муки и немного растительного масла. Из этого полноценный и вкусный обед не приготовить. Ну, в принципе, я знаю, что у меня есть заработанные деньги. И у меня просто не на что купить. Кошаков кормить, коты у меня. Себе даже, сыну там помочь. И вот так. Ну вот я на кухне. Этим летом женщина пришла работать в только что открывшееся кафе. Золотых гор, конечно, не обещали, но дали понять, что заработок будет стабильным.
Ну, мы понимали, так как кафе открылось только, мы терпели месяц, два, пять. И по концовке так, то 1000 кинет, то 500 рублей, то 100 рублей. Как на них прожить-то? Когда сотрудники кухни в очередной раз затронули тему зарплаты, руководитель отказался что-либо менять. В знак протеста дружный женский коллектив покинул свои места. Предприниматели обвинили их в срыве работы заведения. Может быть, тогда по телефону мне расскажете все-таки, что случилось? Вымогательством занимается просто-напросто, и все. Собралась группа, и сорвали производство, ушли, и теперь какое-то детство какое-то. Я не хочу вообще, у меня сейчас времени нет вообще. Как получилось, что не пришли-то все на работу? Мы пришли. Мы просто пришли и сели наверху в кафе, то есть в самом кафе. То есть на свое рабочее место мы не пошли. Позвонили Людмиле Борисовне и сказали, что мы ее ждем на, как бы сказать, ну, на совещание. Да? На следующий день мы, получается, 22 числа мы опять пришли в 8 утра для того, чтобы узнать решение ее. Ну, Людмила Борисовна сказала, что вы сделали свой выбор сами. Людмила Борисовна – еще один руководитель кафе. С ней женщины пытались наладить рабочий контакт. Теперь честно заработанные, пускай и небольшие деньги, сотрудники кафе намерены получить с помощью прокуратуры. Письмо они уже подготовили, кроме того, направили жалобу в трудовую инспекцию. Евгения Ижутова, Иван Зяблицкий, «Будни». Все по разным сторонам. Второй день в нашем городе работает кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на следующий президентский срок. На данный момент в городе работает один пункт по сбору подписей. Алтайский край присоединился к регионам страны, в которых стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Первыми на новогодних праздниках подвесную кампанию начали около полутора десятков регионов нашей страны. И вот работа теперь закипела и в Алтайском крае. В Барнауле подписная кампания стартовала днем ранее. В краевой столице насчитывается 5 точек по сбору подписей. И аналогичные точки открылись в Рубцовске и вот теперь в городе Бийске. Напомню, что Владимир Путин является самовыдвиженцем. Для того, чтобы официально зарегистрироваться в качестве кандидата, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей по всей России. Доля нашего региона составляет не менее 7,5 тысяч подписей. Поддержать кандидата может любой желающий. Волонтеры работают с полудня до 8 часов вечера в торговом центре на Детском мире. Добавим, что подписная кампания будет работать до 31 января. Оставить свою подпись может любой желающий. Для этого нужно выполнить необходимые требования. Это совершеннолетие, наличие российского гражданства и паспорт. Без паспорта по памяти оставить свои данные и подпись нельзя, так как правила заполнения очень строги. Нельзя допускать ошибок и помарок. Если будут ошибки, у вас голос будет не учтен. Все графы заполняются сборщиком подписи. Вам нужно заполнить всего лишь собственноручно дату и подпись. Мастера слова отмечают свой профессиональный праздник. И по традиции в городском дворце культуры состоялось награждение отличившихся работников СМИ. Среди всего многообразия профессий есть одна, совершенно удивительная и интересная, не похожая ни на какую другую. Журналистика. В ней есть все. Романтика и суровая правда жизни. Радость творчества и бесконечный, порой утомительный поиск тем, событий и фактов. Познание нового и привычные редакционные будни. Работников местных газет, журналов и телевидения отметили представители администрации и Думы города. Слова признательности звучали в адрес корреспондентов таких изданий, как «Бийский рабочий», «Деловой Бийск», «Бийчанка», «Наш Бийск». В числе награжденных были и сотрудники Бийского телевидения. Благодарность главы администрации вручили линейному продюсеру Алене Кисеевой и режиссеру монтажа Александру Нагайцеву. Редактор новостей Евгений Плохотин удостоен благодарности Думы города. Правда, присутствовать на церемонии он не смог, так как готовил программу «Участок 112». Юбилейный 200-й выпуск смотрите через пару минут, сразу после программы «Будни». И о погоде. Итак, завтра, 12 января, в Бийске будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет высоким. Влажность воздуха комфортная и спокойная магнитосфера. И о температуре ночью 9-11 градусов ниже нуля, днем минус 10, минус 12 градусов.
И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы, и пусть в вашей душе всегда живет весна. Счастливо!